Всем привет! Я пришла курочек открывать, а у меня там каша горячая. Это самые нетерпеливые, видимо. Подождите, девчонки, я ничего с вами не успеваю. Ну да, да, чифуля. Подожди. Ой, боже мой. Ой, держите. О, у курочек какая вкуснота. Да. Пошли, да я вам насыплю. Да. Все, зернышков еще насыпали. Ой, ребенок убежал, наверное. Наверное, все-таки горячо есть. Так, что у меня тут по яйцам? Ничего, нормально. Кур мы кормим исключительно из любви к искусству. Яйца можно и в магазине купить. Придумала она тут яйца какие-то, смотрит, ищет, ждет. Ой, наивная. Точно ничего нету? Не, ну точно, конечно, ничего нету. Ну да. И тепло, и все условия, и каша такая. И чего только не знаешь уже, чего им. Ну, нормально. Да. Ой, красота, просто красота. А у нас снег опять пошел. Ох. Ну, сейчас морозы установится, я шайтан машину сидит, ждет. Ну, там горячее еще. Я знаю. Я знаю, что ты голодный. Там вон пар идет. Да. Сегодня доставку заказала. И сухой корм, и в таких в пакетиках им. Ну, что делать? Надо кормить. Зима же, это холодно. А они на улице. Ой. Ну ладно. Всем хорошего настроения, ребята. Держимся. Все будет хорошо. Всех целую, обнимаю. А пока. Пока.